Ну а популярные заблуждения попробую вам рассеять. Вместе с кем? С котиком, правильно. Да, котик? Значит, смотрите, холодное оружие. Что не является холодным оружием? Даже вот эти огромные тесаки, которые вы покупаете в магазинах там, и так далее. Топор, бейсбольная бита, все это не является холодным оружием. Все, что вы можете купить в свободном доступе, холодным оружием не является. Потому что на продажу холодного оружия нужна лицензия. Поэтому любой нож огромный, страшный, которым может человека насквозь проткнуть, не является холодным оружием. Бейсбольную биту в машине возить можно. Хотя даже гаишники об этом не знают. До сих пор я сталкиваюсь. С топором в руке ходить по улице можно. Не надо, конечно. И полиция имеет право придраться к вам и позадавать вопросы. Но в целом законом не запрещено, что с ножом с окровавленным ходить, что и так далее. Просто у холодного оружия достаточно большое количество признаков, и только экспертиза может определить, является ли этот предмет холодным оружием. Но в любом случае, если вы купили это в магазине, то оно холодным оружием не является.